Эй, всем привет, друзья, вышло обнова. Вот, вышло обнова. Стендо добавили голосовой чат. Сегодня я покажу, как его включить в игре. Вот. Так, заходим, значит, в настройки. Заходим сейчас в звук. Нажимаем, тут у нас будет голосовой чат бета. Позволяет общаться с союзниками при помощи микрофона. Может понизить производительность игры. Там может FPS у вас упасть, да, или пинг из-за голосового чата. Это еще что бета. Это еще бета пока что. Нажимаем на применить. Давайте процесс кастомизация. И вот. Что у меня его нету? Подождите. А вот он. Вон я уйду. Вот. Вот, можно так делать. Вот он, короче. Он есть у вас. Можете поставить его куда хотите. Вот, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кто хочет там на дуэльке, дуэльку стоит 5 голды, вот один. Вот. Вот. Также покупайте мне, пожалуйста, скины. Вот за 5 голды есть. За 10 и за 20. Пожалуйста. Вот. Вот, ну что, я вам когда укажу, сделать его свой чат. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.